склоняем головы перед светлой памятью не вернувшихся с войны сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных, друзей. Наступает минута молчания. Прежде всего, хотел бы поблагодарить всех вас за то, что сегодня мы здесь, 22 июня, в День памяти и скорби, собрались на славение. Собрались все вместе, несмотря на ограничения, сложности, которые еще пока остаются здесь в общественной жизни. Собрались в этот день, 22 июня, День памяти и скорби. Это первый, самый трагический день Великой Отечественной войны, которая длилась 1418 дней и унесла жизни 27 миллионов граждан бывшего Советского Союза. Этот день отмечается в Российской Федерации на государственном уровне, практически во всех республиках бывшего Советского Союза, ныне государствах самостоятельных, отмечается, естественно, тоже в торжественной обстановке, как Великий День памяти и скорби. Эта война, которая унесла 27 миллионов жизней, унесла также жизни 63 518 солдат, которые похоронены здесь, на словацкой земле, которые плечом к плечу со своими братьями из союзных республик сражались и на территории Советского Союза, и вдали от Родины, и в тылу, и на фронте с тем, чтобы завоевать для нас ценой своей жизни победу, свободу, независимость для наших стран и достойное будущее для своих потомков. Они сражались вместе с антифашистами из других стран, в том числе словацкими антифашистами. Сражались и на территории Советского Союза, и освобождая Европу. Они сражались плечом к плечу. Очень важно, что сейчас мы и здесь собравшись, стоим вместе, сохраняя память о них. И более того, сейчас задача перед нами стоит не только сохранить эту память, но и защитить ее. Защитить ее от посягательств, которые происходят во многих местах, на разных уровнях, под разными предлогами. Это попытки переписать историю Второй мировой войны, извратить смысл и содержание борьбы с фашизмом. Также, как и мы, делаем все, чтобы память эту сохранить
чтобы эту память отстоять. Пользуясь этой возможностью, я хотел бы поблагодарить наших словацких друзей, прежде всего Союз борцов-антифашистов, за ту работу, которую они делают вместе с нами по сохранению и защите этой памяти. Также я хочу воспользоваться случаем, чтобы поблагодарить и словацкое правительство, и Министерство внутренних дел, Шрамка, Министерство внутренних дел и правительству за то, что они сейчас начинают ремонт этого военно-мемориального комплекса, ремонт, который готовился 9 лет, который продлится несколько лет, но я уверен, который позволит сделать действительно военно-мемориальный комплекс Славин еще более красивым, еще более достойным памяти тех, кто здесь покоится. А покоится здесь, на этом мемориале, 6845 поставницы. Память о которых, естественно, вечна. Дорогие друзья, хочу всем нам пожелать, чтобы мы были достойны памяти павших и вечной им славы и памяти. Отвоевала цифру 374 тысяч людей, из которых
смутную удалость. Удалость, которая связана с верованием и преподобием Советского Союза. Здоровый май Одесский. Sovětskí lidé hrdinsky bojovali proti útočníkům v Brestě, Bělorusku, na Ukrajině, na území Ruska. Hrdinsky bránili Leningrad, Moskvu, Tulu, svou krajinu. Červená armáda dokázala porazit 100 tisícovou armádu Wehrmachtu, Poněvadž na Polsku. A to v Stalingradě, kde se vlastně otočili dějiny. Nacisti sa pokúšali ešte zvrátiť situáciu v prospech seba v Polskom okruhu, kde stále proti sebe 5000 stavov. Tu sa ale definitívne rozhodli, že okupanti musia utekať tam, pred Červenou armádou, odkiaľ prišli. Vážené dámy, vážené páni, hrdinstvo národov Sovietskeho zväzu v druhej svetovej vojne je znásobené i tým, že museli chrániť svoju krajinu aj od militaristického Japonca na ďalšie. Červená armáda po sérii úspešných útočných operácií ukrajinskému frontu. Sme vďační maršalovi Konevovi, že umožnil prvému československému armádnemu zboru, aby ako prvý vstúpil na pôdu svoje vlasti na Slovensku. A spolu s Červenou armádou oslobodzovali našu vlast. Sme vďační maršalovi Malinovskému, ktorý oslobodzoval južnú časť Slovenska. Vážení zhromaždení, Slovenský zväz bojovníkov sleduje atmosféru spoločnosti proti prebudzajúcej sa línii a prejavom neofašizmu a neonacizmu. Vystupujeme otvorene. Thank you.
prijíma účelové deformované informácie o výsledkoch druhej svetovej vojny. Informácie, ktoré sú v rozpore s našim hodnotením, aké boli príčiny, ako prebiehal boj a tiež zásluhovosť. Спорту, в 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 спорту